Не только в желтый, зеленый и красный, во все цвета радуги сегодня раскрасили 5 музыкальных инструментов. Виды искусств, изобразительные и музыкальные, объединили в дендрарии. Обычные фортепиано стали арт-объектами. Черные и белые ноги, а вверху черные и белые руки. А руки будут расти от клавиш. Черные руки, белые руки. А внизу ноги. Этот художник решил посадить нескольких композиторов за один инструмент, пусть и с помощью живописи. Еще один попал на страницу журнала, его обклеили периодикой. Это благотворительная акция детской филармонии. Участники не только разрисовывают фортепиано, но и собирают деньги на покупку инструментов для юных пианистов. Необычная арт-выставка простоит в дендрарии до вторника, а потом красочную музыку развезут по разным кафе города. Изюминкой экспозиции станет фортепиано в стиле традиционной тагильской росписи. Самые дальние у нас художники, которые приехали, это из Нижнего Тагила. Это мастера лаковой живописи Урала, которые распишут один рояль в стиле тагильского подноса. Это будет традиционная тагильская роспись. Это будет самый уникальный, наверное, инструмент.